дышит носик. Бабушки с дедушками тоже могут работать и спасают не всегда. Родителям дошкольников больничные будут оплачивать в полном объеме. Это, конечно, очень правильная инициатива, которая молодым семьям действительно поможет. Я очень благодарна вам. Я очень благодарна партии «Единая Россия» за то, что вы слышите общественные организации. А молодые родители смогут получить 100% оплату больничного представления, вне зависимости от того, сколько они отработали.